Всем здорово, чуваки! С вами Джел, и сегодня со мной Фейзен. Мы играем в GTA 5 Online с турбоэкспериментом под названием Ямы. Всем здорово! Ну а сегодня, чуваки, мы проведем спецвыпуск, потому что у нас подготовлена коллекция легендарных тачек из фильмов про Форсаж. И сегодня с Пашей мы поделимся на две команды и будем выбирать тачки с помощью рандома, чтобы далее преодолеть наши сегодняшние испытания. У нас подготовлено 6 уровней с ямами, которые с каждым разом будут становиться все больше и глубже, а последняя яма вообще сверхгигантского размера. Поэтому сегодня протестируем тачки из первого Форсажа, второго, третьего, четвертого и пятого. И также у нас подготовлены спорткары, суперкары, дрифткары и полицейские гиперкары. Также подготовлены маслкары и читерские драгстеры, которые сегодня мы выберем с помощью рандома и проверим, кому достанется коллекция круче. Ну а я, чуваки, желаю вам приятного просмотра, приятного аппетита, кто сейчас кушает, ну и крутящего настроения. Ну и за такую легендарную коллекцию тачек давайте сегодня наберем легендарное количество лайков. Мне будет безумно приятно, но мы не будем тянуть, погнали уже выбирать наши тачки. Чуваки, давайте проверим, кто из нас с Пашей самый настоящий форсажник, ну или турбогонщик. Потому что сегодня с помощью рандома выберем себе машины, и на первом ряду у нас стоят две такие старенькие развалюшки. Ну как развалюшки, тачки-то быстрые. Слева это Форд, легендарный. Если не ошибаюсь, это Форсаж 7, он в 7-й части снимался. А это Форсаж 1, Volkswagen Jetta. Ну что, кто сегодня выберет тачку круче, давайте с вами и узнаем. Потому что вначале выберем, кто будет первый. На камень, ножницы, бумагу, Паша. Иди сюда. Раз, два, три. Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три, бумага. Ты! Победи! Ладно, ты у нас первый. Итак, Алиса, выбери ему тачку из седьмого форсажа или из первого. Итак, от одного до двух. Мне нравится Volkswagen, только из раскраски. Число два. Число 2. Реально! Тебе Форсаж 1 достался. Ладно, ладно, чуваки, у меня вот такой Форд. Это реально самая старая тачка из всей коллекции. Старее него ничего не бывает. Это! Правый руль у меня теперь. Ё-моё! Ладно, кто сегодня первый, кто второй? Ой! А чё с ним? Он дрифтовый какой-то. Давайте узнаем. Ладно, Паша, ты у нас первый. Езжай первее. Давай, давай, вперед, вперед, газуй. Раз, два, три, разгоняю. Так, так, разгоняется. Ну-ка, 3, 2, 1, моя очередь. Давай! Он шлифует на месте, подожди. О, у меня нормально. Так, дверь закрываем. Ой, а что за фигня? Паша, чуваки, у меня дверь бронированная и тачка из пластилина. Паша, я лечу. Погнали. Офигеть. А что у меня? У меня нормально так-то дверь открытая. Ладно, поехали. Вот, третий уровень. Ну-ка, пока что развалюки едут. Я смогу. Нормально, держимся, держимся. Опа, погнали. Держись, дверью держись. Два. Почти. Я не умру в туалете. Давай. Паша, это триец. Это капец. Давай. У меня... Нет. Я почти засейвился. У меня... 2 балла. Как и у тебя? Подожди, меня больше интересует, что с этой дверью? Она реально бронированная какая-то. Ну что ж, чуваки, шансы у нас были на равных, получается. По 2 балла каждый получает. Переходим к следующему раунду. Тут уже тачки побыстрее будут. О, я придумал. Давай чисто. Знание форсажа. В каждом раунде нужно сказать, из какого тачка форсаж. Потому что, ребята, я смотрел все форсажи. Так, это форсаж 1 стопудово. Это тоже форсаж 1. Да, и с самого начала две машины. Форсаж 1. Так, интересно. Справа Honda, слева Mazda. Итак, Алиса, выбери Паше машину. Мне кажется, Mazda быстрее будет. Итак, от одного до двух. Так, Алиса, называй, давай, один. Твоему. Число 1. А, нет! Спасибо! На этой тачке Вин Дизель гонял, поэтому она, мне кажется, быстрее будет. Ракета-торпеда. Ладно, у меня тоже нормальная машина. Смотри, у них тюнинг одинаковый плюс-минус. Итак, садимся! А, у меня руль справа. Да подожди, у меня праворульные машины. Вот так, садимся, давай. А где ручки-то? Как сесть? Запрыгнул. Ну что ж, давай, Паша, давай. Итак, по мощности они. Ну блин, что-то у меня не особо-то мощное. А какой готов, у меня привод? Драг Рейсинг. О, это передний привод. Ладно, Драг Рейсинг. Раз, два, три, погнали. Оп, давай, давай. У-ху. Чего? У него реально быстрее машина. Давай.
Honda, не подведи, ну пожалуйста. Ну нет, это форсаж. Где скорость, где мощь? Так, Honda, Honda, ты не Honda какая-то развалюшка. Так, едем, едем, оба. Паша! Это вообще как? Подожди, не может быть, я не верю. Почему такая заряженная машина так медленно едет? Ребята, вторая попытка. Она просто выглядит заряженной, а на самом деле фига. Ну ты подожди меня, я хочу через снайперскую винтовку посмотреть на тебя. Опа! Так, проезжаем, проезжаем. Опа, делаем красиво. Погнали! Вот так! Да, я так и понял, тачка не перелетает. Смотрим на Пашу, давай, давай, давай. Он уже перепрыгнул я яму. Я зеленый уровень перепрыгнул, сейчас еду на голубой. Да, не перепрыгнет, смотрим. У меня 2 балла, у Паши будет 4. Итак, какая запись? Нет. Басота, это что было? Ты вообще улетел. Ну что ж, чуваки, о! Моя машина, не понял. Эй, а где машины? Паша, 4 балла, у меня всего 2. Четверка. Ну что ж, получается, пока что ты меня обыгрываешь. Хорошо, хорошо, идем дальше. Тут у нас, чуваки, были самые овощные машины. Смотрите, на 2 балла проехали. Тачками дизеля, быстро, 4 балла. Так, так, смотри, это у нас также форсаж 1, чуваки. Тоже а это первый. Тоже форсаж 1. Да, они вот на этих тачках фуры грабили. О, классные машины. Так, так, смотрим. Итак. Так, Алиса, ну-ка, ну-ка. Назови число от 1 до 2. А ну-ка, Алиса, называй. И эту зеленую тачку. Число 2. Да, число 2. Смотри, зеленая тачка, точно, она медленнее, потому что Вин Дизель на красной машине в фильме победил зеленую. Это я помню. А вот это гоночная, заряженная, это неровная. Который зеленый катался по уоке. Да, да, и он ее проиграл сразу в начале фильма, я помню. Ой, с подсветкой. Ну все, он, ну все. Он почти победил. Давай, давай, езжай. Ты у нас первый, будешь первый подопытный. Давай, давай, первую дырку перепрыгивай. Поехали. А теперь моя очередь. Погнали. У меня передние приводные машины достаются. Так, так. У меня тоже, вот, кстати, передний привод. Вот, смотри, нормальная тачка, нормально разгоняется. Паша, я сзади, оба. Пока. Нет, никакого пока. Пока, чуваки, засейвился. Без тормозов, смотрите. О, идеально. Так, это не планировалось. Сальто через крышу, ты видел? И на колеса вернулся. Так, смотри зеленый. На Пашу, Паша. Зеленый, зеленый. У тебя как раз машина зеленого цвета, поэтому ты упал на зеленке. На все. Драки. 3 балла. Я тебе говорил, эта тачка медленнее. Моя, по идее, помощнее. Главное, больше газу. Ага. Давай! Блин, нельзя было останавливаться. Я остановился, потерял скорость. Давай, давай, машина, сколько давай, вперед. Баллов? Я не знаю, надо наклониться. Итак, оба, лети. Давай, давай. Ну-ка. Что? Чуваки, вот это лайк, вот это лайк. Я выпрыгнул из ямы. Я почти упал внутрь. Так, так, давай. Фига себе. Ну нет, если тут я не долетел до конца, там я точно не долечу. Давай, давай, максимальная скорость. Она побитая, помятая. Вперед, газу. Рагон. Ну не, это все. Я так и знал. Ну хотя бы, ребята, сколько? Это 5 или 4? Вроде это 5. Ну-ка, 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 ну-ка. И у меня... Вроде бы 5, да, 5 баллов. Пока что это, кстати говоря, рекордсмен. Черная машина, Honda Civic. Ребята, поздравьте меня, я сравнял баллы. Ну что ж, переходим дальше. И вот тут, ребята, дрифтовые машины. Почему дрифтовые? Потому что они из третьей части Форсажа. Это Форсаж 3, токийский дрифт. Ну-ка, Паша, какую хочешь, левую тачку или правую? Что это за машины я такие? Я хочу Мазду. Mitsubishi Evolution, елки-палки, Mazda RX-7. Чуваки, вообще, это если что, реально Mazda RX-7. Кто не знает, это мега-обвес такой неповторимый и невообразимый. Ладно, ладно, давайте посмотрим, что достанется реально Паше. Мне хочется Mitsubishi, почему-то она, мне кажется, быстрее будет. Итак, узнаем быстрее тачку. Алиса, называй число от 1 до 2. Так, Алиса, называй число. И 1. Один, один! Ты едешь, получается, на красняке, а я на этом телепузике. Так, смотри, ты говоришь, эта тачка быстрее. Ну, давай проверим. Я поеду первее, а ты тогда вторее. Аккуратно. Давай. Так, раз, два, три, погнали! Дрифт Мастер Ти, тачки дрифтовые. О, Let's go. Первая яма. Ну, первая яма самая легкая. Так, твоя очередь, давай, давай, давай. Я изи, прошел, изи. Так, все, едем без тормозов. Тут, ребята, главная тактика. Без тормозов. Разгон, разгон, а ну-ка, разгон. Желтый. О, Паша, нафига себе. Спасибо. Ты че? То есть твоя тачка впендюривается в желтый уровень? У нее бампер низкий. Мне кажется, тебе нужно переехать, я тебе помог. Давай, давай, по-честному, переезжаем. Так. Не, не хочу переезжать. Я думал, ты задумаешь. Ладно, погнали в третий уровень. Раз, два, три. Офигеть. Так, так, моя быстрее. У меня медленный разгон. А моя быстрее. Разгон максимальный, чуваки, давай. Ну, это-то изи будет. Оба, перелет. Офигеть.
блядь! У тебя вообще низко подлетает машина! Так, синий уровень, желтый, голубой, я давай! Догоняю. Погнали! Идеально, идеально! Наравне, кстати! О, я думаю, шансы будут на равных! Так, давай, давай, а давай, ну-ка, давай! Синий уровень! Не отставай, Кредель! Ой, все, отстал, остался, смотри! Опа! Изи, 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 изи! Я не долетаю! Я тоже впендюхался! 5 баллов! Это реально яма на 5 баллов, чуваки! Поэтому я, опа, приземляюсь! И уже бампер оторвал себе! Офигеть! Ну что ж, пока что идем плюс-минус, нос в нос, наравне! Хорошо, хорошо! Шансы у нас наравне также остаются! Переходим к следующему форсажу! Ну а тут, я думаю, чуваки, легенд даже можно и не представлять! Вы сами знаете! Слева Toyota Supra, справа Nissan Skyline! Ну-ка, чуваки, вот для вас! Из какого форсажа эта машина? Напишите в комментариях, кто знает. А из какого форсажа вот эта машина? Может быть, они из одной части, а может быть, из разных. Я знаю, что некоторые путают. Вот лично у меня «Форсаж 1» самый любимый фильм. Поэтому, ребята, я-то знаю. А вот кто не знает, пишите в комментариях. Ладно, Паша, выбираем число. Итак, Алиса, назови тачку для Плейзина первого. Итак, итак. От 1 до 2. Так, Алиса, называй, давай-ка. Итак, число 2. Skyline достался. Смотри, ты едешь на вот этих двух полосках. А у меня, ребята, торпеда. Или что это? Палец. У меня палец говорит, вот я номер один. Ну что ж, давай, давай. Слушай, давай этот раунд поедем по очереди. Сначала ты ко мне в машину сядешь, потом я к тебе. Давай, 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 давай. Давай, хорошо. Вот так, вот так. Я покажу, на что способна тачка. Потому что едем без тормозов, чуваки. Я тут, садись, давай. Я сажусь. Аккуратно. Все, максимально вперед, ребята. Просто вот тормоз не отпускаем, только газ. Разгон максимальный. Первый давай. Да, офигеть! Она, я уже чувствую, быстрее едет, чем остальные. Нет! Ты чё, машина? Она, походу, заниженная. Ой-ой-ой, а вот это страшно. Если тачка реально настолько низкая, она может упереться в следующий уровень. Аккуратненько. Газуем! Давай, газуй! Нитро, ну-ка, нитро нету. Эй, нитро нету. Ладно, без тормозов. Зеленый уровень. Опа! Идеально перелетаем. Хорошо, перелетел. Синий, голубой. Давай, давай, давай. Идеально! Смотри! Я могу даже 2 ямы перелететь такие. Итак, ребята, синий уровень. Ну, это будет изи, это будет изи. Давай! А можно даже фиолетовый. Фиолетовый, давай, она сделает это. Ребята, главное верить. 3, 2, 1, главное, давай. Так, я смогу, глайд, глайд. Ну-ка, глайд на машине, так, работает, нет? Давай, 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 давай. Нет, не хватило скорости, блин. А Skyline, Skyline. Запоминаем, куда я ударился, чуваки. Сейчас будем тестировать Skyline. Мне кажется, Skyline проедет, ну, может быть, похуже. Toyota Supra все-таки быстрее. Или Skyline быстрее. Я не знаю, честно. Я 6 баллов. Я тоже не знаю, их не сравниваем. Давай, давай. Вот сейчас и сравним, чуваки. Поэтому оставляем машину тут и переходим ко второму заезду. Эта машина, по идее, должна быть вот чуть-чуть быстрее, мне кажется. Хотя вот фиг его знает. Я не знаю, что в реальной жизни быстрее, потому что у них очень мощные колеса. Давай, давай. Ой, я все думал, что это я за рулем сижу. Ну-ка, от первого лица, ребята. Форсаж! У меня тут телевизор, я мультики могу смотреть. Лучше выключу. А что произошло? Она так же спиндюрилась. А, я тебе говорю, желтый уровень самый опасный, потому что там трамплин, походу, плоский. Так, едем, едем. Там трамплин низкий. Ну, смотри, получается, они едут наравне, что твоя машина цепанулась, что моя цепанулась. Итак, зеленый уровень пролетает. Капец. Смотри, еще пойдем, еще пойдем. Итак, итак. Мимо трамплина. Но Фигец. Это нечестно. Это было нечестно, мимо трамплина. Поэтому, ребята, второй заезд, повторяем. Итак, чуваки, попытка номер 2. Смотрите на машину. ГТР помятый, желтый уровень самый опасный. Пролетел. Нормально. Смотри, помял ГТР. Машину, теперь пролетать можно. Давай, давай, давай. Не упади снова. Хотя разгон быстрее, мне кажется. Синий уровень. Хотя, смотри, возможно, и фиолетовый перелетит. Ну, это легко, это возможно, легко. Возможно, давай, газуй. Так, я запомнил, я помню, где я ударился, я помню, ребята. Так, дальше или меньше, дальше или меньше. Итак, ну это, да это так же, прям наравне, мне кажется. Давай, пожалуйста. Не дает, не дает стопудово, но при этом я ударился примерно где-то тут же. Я думаю, чисто наравне, чуваки. В комментах напишите, Рано. Наравне так или нет. Ну что ж, это было, в принципе, наравне. 6 баллов мы получаем оба. И, получается, переходим к следующему раунду. Чуваки, там у нас не форсаж тачки, но при этом они полицейские и быстрее. Слева это Макларен, справа это Бугатти. Я не помню, форсажи вроде таких машин прям не было. Это гиперкары. Но при этом, ну, надо было я проверить. Я хочу Бугатти. Бугатти. Сейчас будешь на самокате. Алиса, называй ему число... От 1 до 2. Так, Алиса, называй, давай 2. Ну-ка. Пожалуйста. 1. Еее! Блин,
Ты Маклареном управляешь, я Бугатти управляю. Чуваки, так, ну тут можем проехать даже одновременно, посмотреть, чья тачка будет быстрее. Бугатти, Бугатти. Бугатти, мне кажется, быстрее будет. Да, мне тоже кажется. Давай, Драг Рейсинг прямо от конца, вот отсюда, давай. Разгон, берем. Да, 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 сами готов? Раз, два, три. Так, 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 так. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Все, я быстро еду. Так, желтый уровень. Паша! Трындец. Стой! А я куда? Я заново все. Пипец! Улетел за карту, чуваки. Ладно, мне кажется, нужно, чтобы желтый уровень преодолеть. Самый опасный. Нужно притормаживать. Наоборот, тормози. Я прям жестко подлетел на желтом. Я притормозил. Так, Паша, лечу. Аккуратно, зеленый уровень. А, здорово! Нормально, нормально. Я не мастер-профессионал. О! Чего? Чего, птичьи? Я долетел! Ты трындец, ты видел? За этот трюк 100 баллов минимум надо давать еще плюсом. Так, давай-давай, я тебя жду, Паша. Ой-ой-ой. Погоди меня, я сейчас поверну. Да-да-да, поворачивай. Раз, два, три, погнали. Так, 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 эти быстро, быстро. Слишком низкие, они садятся за все. Смотри, я в два раза быстрее. Чуваки, а может мы и до конца долетим сейчас? Нет! Я перелетел бустер. Тормози, 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 тормози! Я затормозил. Здорово. Паша, у меня тормоза получше. Это капец. Я победил. Ну, чуваки, я видел. Ну, давай, давай, возвращайся. A few minutes later. У нас эксперимент честный. Вторая попытка, если мы случайно перелетели. Это было у Паши реально случайностью. Аккуратно. Так, ты решил без тормозов ехать? А, нет, с тормозами. Ну-ка, ну-ка. Что ты с машиной? Раз, два, три, погнали. Оп, пока что я быстрее, это мне нравится. Давай, 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 не оставай. Ну-ка, перелетим. Мне кажется, эти тачки должны. Вообще на изи, смотри. Перелет! А ты где? Я беру разгон заново. А я думал, ты сзади меня едешь. Аккуратненько! Долетаем. Еее! Фиолетовый уровень, Паша. 7 баллов у меня. Так, ой, вон кривец меня... летит. Я вижу, вижу. Так, пожалуйста. А как ей вернуться-то? Ну-ка, я тебя не вижу. Где он? Вон он, здорово. Эй, меня вот тут можно проехать. Опа, все. По семерке! Идем! Ноздря в ноздрю, чуваки! Пока что это рекордсмены! Ну что ж, осталось два легендарных раунда! Слева у нас тачка Вин Дизеля Доминика Торетто, чуваки! Справа такая же машина! Мы забыли! Это из какого фильма? Это Форсаж! Это первый! Это Форсаж 1! А вот это! А это 8! Форсаж 8! Уверен? Точно! Ну, да, на снегу, там... они по снегу ехали там! Да, 8-й Форсаж! Ребята, помним, мы все помним! Итак, Алиса, выбери тачку, какую круче. Слева обычная, справа прокачанная. Итак, от одного до двух. Так, я бы хотел тачку на снегу. Выпало число 2. 2! А у меня достался 1. Из первой части, моей самой любимой. Ну что ж, а давай проверим, кто быстрее. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. И посмотри, у меня там ракетный двигатель. А у меня, посмотри, у меня двигатель спереди, турбомотор есть. Ну-ка, разгон давай. Эй, на задний колес не встает. Ладно, ладно, раз, два, три, погнали! А чё? Это же маслкар Вин Дизель, давай! Не встает на задние колеса. Сломанный маслкар! Зато я быстрее! Это легендарная тачка, посмотри на мои колеса. Я потихоньку догоняю! Давай, давай, давай! Не-не, не догонишь! Опа! Идеально! Нет, 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 нет! Пока! Чего? Чего, нормально, нормально! Паша! Я на колесах сзади тебя, давай! Давай, 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 давай! Эта тачка даже перед поездом пролетала! Ой! Это что? Чуваки, давай, давай, рекордсмен, рекордсмен! Да ладно! 100% рекордсмен! Изи, вообще изи! Чуваки, эта тачка быстрее Бугатти и Макларена! А я не долетел! Паша не долетел, офигеть! Подожди, это что такое? Это читерская машина получается? Чуваки, нормально, нормально. Я был уверен, тачка реально хуже проедет. Получается, это самый рекордсмен из рекордсменов. У Паши 6 баллов. Шестерка. Понимаешь? Ну, это читерская тачка, это реально, это ненормально. У Паши вот 6. Ну что ж, переходим к нашему финалу. Ну и, ребята, бонусный дополнительный раунд. Этих машин тоже не было в Форсаже, но при этом мы их должны протестировать. Читерский, вот реально, вот это читерский драгстер. Они едут... они едут очень быстро. Ну что ж, давай посмотрим, Nissan GT-R или Mitsubishi Evolution достанется кому-то из нас. Итак, Алиса, называй число от 1 до 2. Я хочу Nissan GT-R. Давай. Нет, два, нет, пожалуйста. У тебя желтый и фиолетовый. Два. Ай, два.
5 осталось! Моё! Блин! Я же на него только недавно гонял рётом в ролике! Она тачка переворачивается у меня. Так, ну-ка, аккуратно смотрим, смотрим, давай. Эй! Она заглохла. Оп-оп-оп. Оп-оп-оп-оп. Вот-вот-вот-вот-вот-вот. Видишь, переворачивается. Так, главное приземляться на 4 колеса, и тогда все будет окей. Давай, берем максимальный разгон. А кто быстрее, ты или я? Я еду первый, да. Давай, ладно, езжай первее, я поеду с тобой. Раз, три, поехали. Так, и я, погнали. Давай, так, тихо, аккуратно. Главное, ребята, не раздолбать машину. Оп, 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 оп. Паша! Это жесть. Это будет трудно. Я буду так делать, чуваки. По новой тайске еду аккуратно, медленно. Вот тут медленно еду, а в конце газ жму. Поэтому раз, три, погнали. Все, медленно, медленно, медленно. Я вот тоже так. Медленно чуть-чуть буду газа, ехать. Чуть-чуть газа, чуть-чуть газа, чуть-чуть газа. Оп, аккуратно. Паша, ты что делаешь? Подбочишь? Не надо. Тихо, тихо, тихо. Трындец. У меня отваливается что-то. Главное, чтобы мотор не выпал. Так, так. Ну тут я проеду с места. Так. Оп, оп. Газу, газу. Опа. Идеально. Вообще на легке. Тихо, тихо, давай, тихо. У меня машина кривая уже. Я газ вообще не жму, чуваки, чтобы вы понимали. Еле-еле нажимаю. Чуть-чуть газа, чуть-чуть газа, чуть-чуть газа. Оп, давай. А вот тут газ в пол надо. Раз, два, три. Газ в пол. Погнали максимально. Опа. Ну вообще, ну вообще. Ой, это Паша, катапультируюсь. Получается, реально тачки делают наши 7, 8, 9, я не знаю, там 200 баллов. Ну а я лечу к победе. Аккуратненько. Парашют, парашют, парашют. Заклинило немножко. Ну что ж, семерка. У меня, у Паши получается... долетел там? Тоже 7. Бежит сюда. Ну а самое интересное начинается, чуваки. Мы считаем баллы и давайте узнаем, кто же сегодня занял победу. Ну а так как Паша был первый, ребята, по традиции он называет первое свое число. Говори давай. У меня 40. 40. Yes, у меня 41 балл! Чуваки, благодаря тачке, вот этой вот, кстати, я занял сегодня победу! Можете поздравить! Ну что ж, а если вам ролик понравился, поддержите его лайкосом. Ну и также, напомню, пишите в комментариях, из каких частей Toyota Supra и Nissan Skyline. Интересно будет почитать ваши здания. Ну а с вами был Джейл Блейзин, ссылка на башню будет в описании. Всем удачи, всем покедова! Всем покедова!